ВКонтакте тоже выкладываю видос. Так вы как-то это, реагируйте в комментариях здесь, пишите, чтобы я все видел, чтобы все комменты в одном месте были, чтобы я их потом не искал, не сращивал с разных мест. О, забурлила бурляшка. Канале, всем привет, с вами Бояр. Продолжаем Rusty Lake Paradise, гайд номер 2. Нашествие лягушек. Не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. И поехали. В предыдущей серии мы спасли райский остров от нашествия крови в воде. Поэтому продолжаем. Итак, Парадайз. Брательник, здорово. Мы, как всегда, играем за старшего брата Джейкоба. Подскажешь нам что-нибудь? О, лягушка, отдай. Эй, ты куда? А, в смысле? А как? Это тон-тон-торо-доро-тон-тон-торо-тон-тон-тон-тон. Как она оказывается у него? Она, видимо, пролазит у него в попу и вылазит обратно. Окей, ладно, хорошо. Джейкоб, ты затейник, я тебя понял. Больше вот лягушку вижу. А, ну это легко. Надо, короче, прыгать через одну. И получается, чтобы все кувшинки исчезли. Прыгать можно только по подсвеченным. Ну ладно. Ладно. Ай, нет! Все, проиграл. Смотри-ка ты, а. Ага, понял, все, окей. Не сложно, загадка не сложная. Надо было чуть-чуть подумать, и все будет легко. Так. Прыгаем последнюю мы отсюда. Так, сейчас не понял. А, нет, понял. Смотри, сюда, 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 сюда. Нет, не сюда. А как? Ну-ка, погоди. Сюда. Сюда. Ага, вот так вот, да, попробуем. Нет, опять не то. Ну, прыгни ты наискосок, но лягушка. Ага, вот так вот. Вот как, вот. Окей, через одну же можно прыгать, хорошо. Давайте только не 100-500 миллиардов раз надо это делать. Все, опять. Опять не катит? Да все, все не катит. Блин. Надо прям подумать. Но... А можно возвращаться? Нет, нельзя, она пропала. Ну, конечно, давай заново, оло-оло. Давай заново. Ну, все. Так. Ну, начало вроде правильное. То есть нам надо закончить здесь. Ага, все, понял. Окей. Прощечно. Продолжаем. Давай, хватит. Ну, лягушка, ну, хватит. Все, это последняя, походу. Ага. Это даже легче, чем предыдущее оказалось. Но тут методом тыка, методом проб и ошибок. Лягушку берем, отлично. The Fast Frog. The Fast Frog вышла. Я не понимаю, почему меня перестал захватывать, короче, ачивки. Первая лягушка ачивка вышла. Окей, все, пошлите вглубь леса. Это брат, по-моему, да? Ключик, давай. Ну ты что, вы все жрете то? Этот лягушек жрет, этот ключ сожрал. Тебя надо накормить, хорошо. Тогда ты мне отдашь ключ. Внезапно он, скорее всего, сходит в туалет и отдаст нам ключ. Ладно. О, здорово, сестренка. Отдашь лягушку? Это дудка. Тебе нужна дудка. Хорошо вновь ощущать твое присутствие, брат. Естественно, сейчас брательник придет, разберется с нашествием лягушек. Так, погоди, надо понять логику. Попарно, смотри, эти одинаковые. Просто попарно тыкаем в икру. Лягушачья икра, ну почему бы и нет, собственно. Лягушечка хорошо. Лягушка это хорошо. О, это я. Это получается я, Джейкоб. А это... Папа, reflection in the water. Отражение в воде.
А это папа в маске оленя, видели в предыдущей серии, если ты не видел, обязательно смотри. Хорошо. Куда дальше? К бабуле надо, к бабуле сходить. Бабуля там пиявками банчит. Тут она чем нас накормит? Она будет готовить, смотри, по-любому будет готовить суп из семи лягух. Окей, бабуля. Так, что тебе надо? Подскажешь что-нибудь? Две лягухи. В смысле, ну я две принес уже. Или тебе еще две надо? Ну да, одна была на голове и одна во рту. То есть еще две надо. Не в роте, а во рту. Все правильно. Свечку можно взять? Берем. Берем. Миску это накормить надо брата. И он нам отдаст ключ. Окей. Пока не особо что понятно. Ну пойдем. Дорога, кстати, в храм открыта. В предыдущей серии тут было закрыто все. Дрова вижу, берем. Мама, тут плавала мама в гробу. Можно как-то? Мамуля, мамуля. Ремешок вижу. Ох, кого-то сейчас мы отшлепаем по непохожей, неплохой попке. Мы кого-то отшлепаем. Сюда надо положить черный куб, и воспоминания мамы снова появятся. Ага, вижу. Но это несложно. Тут, видишь, видно стрелочки. А какая? Вот эта не крутится, значит вторая крутится. Ну так это вообще легко. Чё я туплю? Вроде как-то вот так. Да! Давай, что ты там? Лягушка будет? Нет, дудка! Окей, дудку надо отнести сестре. Это я уже понял. Вот это, кстати, все казни. Мы уже прошли вот здесь казни египетские, кровушку, очистили речку. Сейчас мы проходим вот этих лягушек. Это нашествие лягух, собственно. Тут, кстати, тоже, смотри, отражение наше есть. Ну, окей. Окей. Так, дудку, дудку. Дрова сразу бабуле отнесем. Дрова сразу бабуле отнесем. И подожгем. Ну да, ну у тебя свеч стояла, то есть у тебя были спички, ты могла спичками все поджечь. Давай, вари там лягушек. Так, а ремень, 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 подожди, а куда ремень? А куда деть ремень? Тебе может отдать ремень? Нет, ты жрать хочешь. Ну на пустую, похавай. Ну пустая, представь метафорически, что она полная. Чашка не может быть наполовину пуста, либо наполовину полна. Представь, что она полна, и ну-ка поешь. Нет, свечку. Свечку подержать тебе. Нет, окей, ладно. А, с тобой что? Свечку. Нет. Миску? Нет. Дудку? Нет. Ремень. Сейчас, получается, она выпадет изо рта, и он не сможет ее уже в штаны пропихнуть. Смотри. Не получилось, да. Будешь на дудке играть? Будешь на дудке играть, нет? Да ладно, не расстраивайся. Беру. Будешь, нет? I only play guitar. Я играю только на гитаре. Лягушачья флейта. I only play guitar. Я только играю на гитаре. Хорошо. Все? А чё, гитары у меня нет. Ну сыграй на дудке, если ты умеешь. Ну если ты умеешь играть на дудке, так на гитаре то же самое. Те же ноты, дырки закрыл и все. Ой. Так. Что нам надо было? Что нам надо было? Так, с тобой мы все решили? Может, ты лягушку будешь? Может, лягушку с миской? Ну нет, скорее всего, нам просто надо будет собрать все четыре лягушки, отдать их бабуле. Бабуля смешает суп. Суп мы отдадим чуваку. Он нам взамен отдаст ключ. Ключом мы откроем сундук. В сундуке, скорее всего, уже будет куб. И, наверное, все. Наверное, как-то так это будет. Ну, давай. Проверим, как говорится, теорию. Так, тебе... А, пойдем бабуле сразу отдаем. И проверим теорию, как раз сколько лягушек. Смотри, она говорила, что ей нужны две лягушки. Вот смотри. Да хватит мешать, скажи мне, сколько лягушек надо. Две. Если мы сейчас эту лягушку ей отдаем, получается, она скажет, что надо еще одну. Ну-ка. Надо скипнуть. Да хватит мешать, ты мне скажи. Да хватит мешать. Да, все правильно. Значит, последняя лягушка у сестры на голове, и что-то надо там сделать с флейтой. Вообще не сложно. Вот из всех серий пока самое сложное для меня это была Cube Escape и отель, потому что там загадки прям были, прям надо было заморачиваться, писать на листочке математические формулы, вычислять, запоминать всякие символы. Рутс был тоже довольно-таки несложный. На тебе дудку. Играй.
В смысле? Не понял. У меня нет таких двойных нот. Может по два... Ну делай! Ты не слышишь, как лягушка делает? Ва-ква-ква-ква. А на одну дудку дует, ничего не понял. Да это мы видели уже, отстань. Не понял сейчас. То есть, видимо, до этого лягушка делала две ноты вот такие. А почему не работает это сейчас? Надо двойные ноты, нужна двойная тональность. Это была целая нота, а сейчас четверти идут. Видишь, это целую ноту она играет. А лягушка четверть говорит, ну половинку, то есть. Кто и кто знал? Ну был бы хоть гайд какое-то описание, я не знаю. Ну ноты, по нотам же играешь. Короче, у нее получается правая рука играет целую ноту, а левая рука играет половинки. Окей, то есть два раза надо. Ага, окей, повторяем. Правая, левая... Чё? Правая, правая, левая, правая. Ой, а можно я вот эту вот? Ну, я не спрашиваю, конечно, я просто сделаю. Я просто сделаю это и заберу себе возможность эту превьюшечку сделаю. Игры на флейте с жабой, почему бы, собственно, нет? Короче, проще вот так запоминать. Она точно так же поет. Да. Сколько тебе раз надо? Левая, правая, левая, правая, левая, левая, правая. Да ты прекращай! А, все, красная лягушка. Все, ты больше не играешь? На, попей. Поешь? Здесь нет, окей, ладно. Вот, а все? Хорошо вновь. Тут надо, знаешь, всех всегда затыкивать, потому что здесь ачивок миллион. Я, оказывается, в предыдущей серии пропустил как минимум две ачивки, о которых мне написали ВКонтакте, почему-то они в комментариях к Ютубу. Ребята, я вам уже говорил, ВКонтакте, да, у меня есть группа, подписывайтесь туда тоже, мы там общаемся, я там со всеми общаюсь. Но, блин, если сидите на Ютубе, смотрите, просто... ВКонтакте я тоже выкладываю видос. Так вы как-то это, реагируйте в комментариях здесь, пишите. Чтобы я все видел, чтобы все комменты в одном месте были. Чтобы я их потом не искал, не сращивал с разных мест. О, забурлила бурляшка. Бабуль, ты там что-то наварила? Не то, мне кажется. Ну точно что-то не то наварила. Лягушачий суп. Целый казан был. Вот казан по виду литров на 50. И все это влезло в маленькую мисочку. Ну ты, бабуля, кошеварка. Это какая-то волшебный котел. Волшебный котел. Все, пойдем брата накормим. Я никому одному брату не желаю такой еды. То есть, если ты младший брат, у тебя есть старший брат, не надо его кормить такой бурдой. Но раз он хочет, пожалуйста, накушай. Ах, вот так вот, да? Че, не понравилось, что ли? А че, лягушки протухшие были или че? Я так понимаю, его сейчас тошнит? Изверглись потоки лягушачьего переваренного супа. А ключик-то отдашь? Ну, конечно, ключик вот он. Rusty key. Ржавый ключ. Все, больше потыкать. Свечкой поджечь. Но это и радиоактивное какое-то зеленое облако. Это как зеленый бассейн был в Синтракорпе. Там Дот Матрица, вот это все. Ну, если не смотрел, посмотри. Там плейлисты есть на канале. Все? Все, окей, ладно. Ну, брат, извини. Ну, бабуля, что бабуля приготовила, я то и дал. Как говорится, в большой семье лицом не щелкают. То есть, что приготовили, то и жри. В семье всегда так. Особенно в деревне. Ну, бабуля из чего нашла? Скажи спасибо, что не из пиявок из носа, на самом деле, суп был. Потому что могла, она могла принести пиявочки. Ну, хотя они, наверное, мясисти. Но, опять же, лягушачьи лапки. Во Франции это деликатес. То есть, люди кушают лягушачьи лапки. Почему бы и нет? Да заперто, я знаю, конечно.
Да, куб. Так. Это мама наша, и у нее, судя по всему, на руках ребенок. Яков, Яков, мой первенец. Это про меня, это я. Это мы с тобой у нее на руках, между прочим. Главный герой у нас Яков, Джейкоб, точнее. В английском переводе это Джейкоб. А здесь это Яков перевели. И, короче, это мы с тобой. Она нас качает на руках. Окей. Это, короче, получается... Кубы — это темные воспоминания мамы. То есть, пока она жила на этом острове, ее темные воспоминания мы собираем, отправляем в эту чашу золотую в храме и избавляем, так сказать, остров от греха, который натворили семья Эйландеров. Если ты не знаешь, что они натворили, обязательно посмотри предыдущую серию. Там вся суть раскрыта. Почему на них напало проклятие, почему на них напали все вот эти вот, как они сказать, казни вот эти вот египетские, вот это вот все. А расщечно. Нет, сюда не надо смотреть. Да, вот, кстати, в предыдущей серии мне писали, что если бы я посмотрел в этот колодец, я бы получил какую-то ачивку. Я, собственно, поэтому в чан с лягушками посмотрел, потому что надо тыкать все. Если ты хочешь полное прохождение со всеми ачивками, тыкать нужно во все, что угодно. Все, закрывайся, отправляйся. Сейчас вот этот луч должен стрелять в лягушек, и они пропадут. Окей, посмотрим, что будет у нас в следующей серии. The third plague, gnats and lice. Казнь третья, москиты и вши. Но избавляться от вшей мы будем, конечно же, не понтином прави и не head and shoulders, а будем избавляться нашими собственными руками в следующей серии. А пока подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети, ссылочки внизу в описании есть. Также подписывайся на стрим-канал, там вместе играем, общаемся и знакомимся вживую, так сказать. Стримы у нас по субботам. Вот! Также пишите в комментарии игрушечки для прохождения, пишите в личку мне, где угодно. Короче, пишите, я всех вижу, я все читаю. Самые интересные игры мы обязательно пройдем после серии всех Расти Лейков. Также пишите, что хорошо, что плохо, что можно улучшить. И зовите обязательно друзей на канал, сделаем большой, веселый, дружный, огромный, нифига себе охрененный канал Бояра и Бояра Плей и вот это вот все. Короче, с вами был, ребят, Бояра, канале, и пока-пока.